Так, друзья, всем привет! Рад вас видеть на канале. В этом видеоролике мы продолжаем строить барнахаус размером 6 на 9,5. И именно в этом видеоролике хочу вам показать, как можно сделать себе вечный пол. А именно, будем заниматься лоджией, на которой будем укладывать каменно-полимерную плитку. Все расскажу, все покажу. Очень легко, просто, я реально кайфанул. Поэтому начинаем. И первым этапом, конечно, мы подготавливаем покрытие. Обязательно проходим веничком, совком, убираем весь крупный мусор. Далее берем в руки пылесос и стараемся максимально навести марафет, чтобы у нас пол был идеально чистый и ровный. У меня тут основание сделано из QuickDeck Professional. Толщина плиты 22 мм. Пол реально крутой, подготовлен, нету никаких перепадов. Поэтому все у нас должно получиться на 5 с плюсом. После того, как навели марафет, распаковываю подложку. Подложка у меня тут используется в рулонах. Это реально удобно, хорошая подложка. Брал все в одном магазине, когда закупал также полимерную плитку. С подложкой удобно работать, можно раскатывать сразу на всю ширину или длину комнаты. Поэтому я работал и с прямоугольными подложками, когда там у вас буквально там 40 на 60. Очень много уходит скотча, поэтому рулонная — это топчик. Всем рекомендую, попробуйте, я думаю, вы не пожалеете. Начинаем с угла. Я в руки вооружился малярным скотчем. Конечно, он адгезии такой не дал, как я надеялся. Но между собой подложку он склеивает хорошо, а вот к основанию пола клеиться совсем уж не хотел. Ну да ладно, у нас есть специальная лента, которую проклеивали пароизоляцию. Ее немножко кусочков нарезал, и она отлично держит эту подложку. Под первый заход я решил для начала закатать половину лоджии. Ну, чтобы как минимум поработать, набить руку с каменной плиткой, потому что кварц винил я укладываю впервые. Посмотрел тонну роликов, вроде все как легко, и решил попробовать. Но на самом деле, забегая наперед, скажу, я реально кайфанул. Закатав половину пола, перехожу на укладку каменного ламината. На этом объекте используем каменно-полимерную плитку Norland, коллекция Sigre. Это крутое финишное покрытие и простое в укладке. Также имеет 100% водостойкое покрытие, подходит для любых типов помещений, а укладывать его одно удовольствие. Как и говорил, я был в шоке. Ни пыли, ни грязи. Из инструмента только канцелярский нож, угольник и рулетка. Ну, иногда подбивал кияночкой поначалу, но потом по факту она не нужна. На свою коллекцию, друзья, ссылку оставлю в описании. Кому зайдет, обязательно переходите, ознакомьтесь. Также тут 34 класс износостойкости. SPS ламинат выдерживает тяжелую мебель. На нем не остается следов от ножек стульев или колесиков кресла. Он прослужит долго при соблюдении всех условий укладки. Определившись, какое буду брать смещение, в 1/2 или в 1/3, я начинаю укладку плитки с первого ряда. Обязательно от стен оставляю зазор на линейное расширение. Такую полимерную плитку можно укладывать поштучно. Тут плавающий замок. И это очень удобно. Вооружившись щеточкой, я на всякий случай прометаю даже малейшие крошки, чтобы в дальнейшем не было никаких скрипов. Как и сказал, плитка режется элементарно. Немножко 2-3-4 раза проходим канцелярским ножом. Чтобы было ровненько, я использую угольник Свенсона. И спокойно ломаем пополам. Сначала вставляем короткий замок, боковой. А потом плавно, нежно заводим немножко под 30 градусов в широкий замок. И спокойно опускаем на свое место.
Обязательно необходимо оставлять компенсионные зазоры по периметру комнат 8-10 мм и в местах, где покрытие может упереться во что-то, батареи, наличники. Такой пол можно укладывать единым контуром до 200 квадратных метров без порогов. То есть во всем помещении может быть пол, уложенный единым полотном. Интересный факт. На ощупь каменный испесил ламинат теплее обычного ламината. По нему приятно ходить, так как он не вызывает ощущения холода. Сделав половину комнаты, я продолжаю доделывать маленький кусочек. Также еще разок пропылесосил, навел марафет, перенес весь материал на готовое основание. Начинаю с подложки и заканчиваю каменно-полимерной плиткой. Итак, друзья, давайте немножко подведем итог. Вот такой у меня получился результат. У нас тут около 40 квадратных метров, которые я уложил буквально за полдня. Это очень быстро, очень легко. Готовое финишное покрытие, влагостойкое. Также такой каменный ламинат подходит для любых систем теплого пола, но нагрев не должен превышать 28 градусов. Поэтому всем рекомендую присмотреться. Надеюсь, мой ролик был полезен, кого-то я смотивировал, немножко научил и разогнал мифы. Поэтому спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, заходите в телеграм-канал. Там уже эта комнатка в плинтусах, готовая под финиш. Всем рекомендую посмотреть. Еще раз спасибо, всем пока-пока.